Как работает функция заказа фокусного товара? Мы сейчас создадим какой-нибудь заказ из произвольного набора позиций. Просто закажем несколько штук какого-то абсолютно любого товара. И выйдем в список заказов. В данном случае программа нас предупреждает, что не заказан фокусный товар. Ну, если мы проигнорируем это, программа нам не даст закрыть эту заявку до тех пор, пока мы не отработаем фокусный товар. В данном случае программа предлагает заказать любые товары из двух категорий. Ну, берем, открываем категорию и заказываем что-нибудь. Так вот. В данном случае программа говорит, что мы уже что-то из этой категории заказали, и осталось последнее. Но по каким-то причинам мы можем ведь не заказать этот товар. В данном случае, возможно, будет ввести какой-нибудь комментарий, где мы можем указать причину, почему мы не заказали этот товар. В данном случае уже программа говорит, что все у нас хорошо, и выпускает дальше список клиентов.